Salut les amis, alors bienvenue sur ce labo du jeu vidéo où nous allons tester aujourd'hui le jeu Lost Ark en version russe puisqu'il n'est pas encore sorti par chez nous. Alors c'est un MMO qui mélange un peu tous les genres, il fait surtout penser à du Diablo et du Final Fantasy XIV en ligne mélangé je dirais. Il est très beau graphiquement et franchement la prise en main est assez facile même en russe parce que les indications visuelles et sonores sont tellement bien faites que c'est quasi instinctif. Je n'ai donc rien de mal à dire sur ce jeu, bien au contraire, même je vous invite à le tester. Je vous souhaite une bonne vidéo, une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous l'aurez regardé. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. Кончай болтать, а ты, громила, на выход! Да хранят тебя боги! Пошевеливайся! Для мертвеца у тебя слишком дерзкий взгляд. А ну, глаза в пол и пошел! Тощие, увечные, как их на арену выпускать? Народ жаждет зрелища, чур мне его эти тюфики меч поднять не могут. Чтоб ты сдох, баки по подворотням и те ожесточеннее дерутся. Ты, громила! По нынешним временам находка. Даже немного жаль скармливать тебя снежку. А что поделать? Публика требует крова... Разомнись немного. Снежок любит мягкое мясо.
Был рад. Ты думаешь, ты тут самый крутой? А с вами приятно иметь дело, господин Ксиан. Не каждый день у меня покупают мертвого раба. И все же он живой, Барден. Это ненадолго. Сегодня он выйдет на бой, а после он весь ваш. Точнее, все, что от него останется. Заблудился, Громила? Или решил напоследок подышать свежим воздухом? Тебе пинка поддать? Десять медиков раз! Десять медиков два! Самое время... Кто возьмет двоих? Не завидую я тебе, Громила. Югати неделю не кормили. Зубы покажи. Фу, ну и вонища. Эх, Громила, я буду по тебе скучать. Не так, конечно, как деревенские девицы. Их хлебом не корми, дай на тебя поглазеть. Жаль, что рабов скидывают в общую могилу. Я тебе такую эпитафию придумал. Каннинг то, Каннинг это. Мешки с гнилой картошкой пересчитай, крыс потрави, оружие выдай. За что мне все это на старости лет? Ха! От ржавчины, говорят, заражение крови бывает. Может, хоть так Йогатти можно одолеть? Где доспехи, сам знаешь. Может, найдешь что поприличнее. Где доспехи, сам знаешь. Может, найдешь что поприличнее. Ah!
Ты чё так долго? Я уж думал, тебя крысы загрызли. Когда я полбочонка успел? На вечер надо оставить. Сяду в подкате. В подкате надо. Да, еще даже не полдень, а Вульфер уже того. Come on.
Ягати повержен! Какая битва? Какой финал? Постойте! Неужели наш триумфатор пал смертью героя? Этот еще живой! Сожалею о вашей утрате, господин Барден. Бедный Снежок! Забирайте этого живодера, пока я не передумал. Подъем, размазня! На том свете отоспишься! Снежок был таким послушным. Где я теперь найду Снежку замену? Дикого Югати пойди поймай! Хоть арену закрывай, открывай бордель! У тебя есть минута, чтобы свалить отсюда! Если ты смог. Мы с Гленом может, ставили на тебя, Громила. Говорю, Барден приказал сделать из Снежка. Я бы тебя выкупил, а только седой хрыч меня опередил. Потомок воинственных эрдлингов, закованный в рабские кандалы. Иные скажут, что это божественное провидение. Не удивляйся, я знаю, кто ты. Подойди, воин, не хватайся за меч. Я не тот, с кем тебе стоит сражаться. Выслушай, выслушай меня. Подойди, эрдлинг. А ведь Барден свято верил в то, что ты вымахал на тюремной похлебке. Да, в отличие от мерзавца Бардена, мне известно, кто твои предки. А ведь дед говорил, бежать надо из этого Шувьорда. И чем быстрее, тем лучше. Вечный холод, снег, серое небо, тоска и безысходность. Эй, Громила, подойди. Собираю на медне травки, а на меня из куста как выпрыгнет страхолюдина какая-то. Это ж надо, среди бела дня. На братца моего, Кристера. Прошлой ночью тоже напали. Он до сих пор не оправился. Фрейр не выдумывает. Я их тоже видел. Мертвецы. Самые настоящие ходячие мертвецы. Первых мы заметили недели две назад. Они шатались у древнего мага. Я плохо помню. Все как во сне. В страшном сне. Ах!
Живые! Я притворился мертвым. Подумал, за своего придут. Я притворился мертвым. Подумал, за своего примут. Спешишь пополнить ряды мертвецов? Видишь тех отмороженных ходоков? Это наши лучшие мечники. Были. Они пали смертью храбрых. Мы похоронили товарищей, которых смог... Души наших товарищей должны обрести покой.
Сетранейский огонь! Откуда Фетранейскому огню взяться в Шувьорде? Искальты, древние воины, восставшие из могил. Их кости давно и накрепко вмерзли в землю. Только одна сила способна растопить ледяные оковы, отделяющие мертвых от живых. Надеюсь, фолианты еще не рассыпались в прах. Хранит тебя Сириан. Видишь светильник на бочке? Если бы это было фетранийское пламя, он бы уже давно расплавился. Да стой же ты! Следы затопчешь! Это следы Ингрид, дочки местного кузнеца. А рядом следы головорезов. Такие сапожища только у них, с фигурной подошвой. Бедняжка Ингрид. Ее отец... Тебе в долю возьму. 10 серебряных за одного деревенщину. Если это пламя губительно, почему мы просто не подожжем здесь все к чертям? Потому что я здесь главный. Сказал же, брать живьем. Вот только не надо. Главный здесь Холгер. А Холгер понимает, что рано или поздно сюда сбегутся щенки Давина. Не сбегутся, а если так, милости просим. У меня на всех дробин хватит. Yeah!
Я верил, что Сирион спасет меня. Ну, не сам. Позвольте представиться, брат Эрхард, жрец Сириона и правнук славного Думберта Мерзлого, известного в ученых кругах ботаниста и знатока диких северных растений. Огромный, с рогами и весь в огне. Так и передайте брату Лодриму. Теперь что ни буран, ключица ныть будет. Чтоб этим эскальтом в прорубь провалиться. Yeah.
Огненных демонов особого внимания заслуживают два – Сквалькар и Ингимар. Первый – вулканический ящер, лишился хвоста и был изгнан в Фетранию. Ингимар – рогатый исполин с раскаленным хапешем в руках, повержен Сирионом и скован вечными льдами в недрах Шувьорда. Способы борьбы с вышеуказанными демонами – бегство. Такие же жалкие, как их создатель. Где теперь ваш Сирион? Шувьорд утонет в фитронийском огне. Спалить здесь все! Огненный демон, поверженный Сирионом и заточенный в вечных льдах Шувьорда. До сих пор только верховные жрецы нашего храма знали, где именно он погребен.